Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в демку игры Castle Storm 2 часть. Ну что же, релиз выходит 31 июня. Так что, ребятушки, смотрите и делайте свои выводы. Соответственно, потом пишите, будем ли мы ее приобретать и проходить полностью. Так что, поехали. Играем в демку. Так, это у нас сэр Гавин. Да, единственный недостаток, конечно, что она пока не имеет русского перевода. Но я думаю, что для нас это не проблема, потому что первую часть мы прошли. Я думаю, здесь уж как-нибудь доразберемся. Так, что ты, сэр Гавин? Ты посмотри, как он, кстати, возмужал, да? Let's go. Так, что у нас здесь? Ага, приблизить и отдалить. Слушай, а эта игра, блин, как герои. Посмотри. Пошаговая, судя по всему, да? Так, выбрали сэра Гавина, и теперь можно ходить на вот эти вот кнопки. Так, и у нас вот тут вот показано, что мы должны с вами забрать монетки. Пишут, что у нас есть определенные очки хода, которые заканчиваются со временем. Но это понятно. То есть мы должны с вами пропустить ход. Ага, каждый тур нам падает 25 золотых монет. Ну давай, заберем деньги. Так, донат и принять. Я, конечно, приму. Следующее, короче, задание у нас — построить ферму. Здесь. Понятно. Построить ферму. Вот она. Вот она, фермочка. Добро пожаловать, сэр Гавин, говорит король Эдгар. Да, ваша светлость. Я к вашим услугам. Короче, чем ты собираешься заняться? Не хочешь ли ты добыть немножко леса для нашего замка? Да, конечно, с удовольствием, только в лесу много волков. И что ты собираешься сделать, сэр Гавин? Я пойду и уничтожу их. А, вот ребята и волки. Смотри-ка, стоят здесь. Так, надо пропустить. Подожди-ка, ход или нам... Да, нам нужно пропустить ход. Ну что же. Воу, смотри, у нас уже идет 25 монет и плюс 10 еды каждый ход, потому что, видимо, у нас с тобой ферма построена. И, кстати, ее можно будет еще и улучшать. Для этого нужно 100 монет, 20 леса и 10 камней. Ну что же. Так, go battle, конечно же. Ё-моё, нифига он там скаканул на этого волчару. Изголодавшийся сэр. Так, первая волна. Так, мы можем с тобой ходить, прыгать. У нас есть блок. Так, где волки? Вот они, красавцы. Ой, а что такой маленький урон-то? Так, ну-ка, пошел отсюда. Хорош там злиться еще на меня, а? Смотри-ка. Че, убили? Так, один из 45, то есть еще будут волчары? Ё-моё, ползет, ползет, смотри, друзья мои. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, не подходим ко мне. Так, добивай. Ух ты! Блин, 45 волчар уничтожить, а смогу ли я? Так, у нас есть вот такая... Ух ты! Молния на Е, понял. Так, третья волна. Я слышу, слышу я этих волков. Не только слышу, я их уже и вижу. Блин, какой жук, да, посмотри. Ну, Так, лучше всего целиться, конечно, в морду. Так, и крит выпадает, и, соответственно, наносим больше урона. Изи. Волк, отвали. Так, он хочет прыгнуть, что ли? Ха-ха, не тут-то было. Готов, парень. Так, четвертая волна. Нам нужно убить 45 противников. Так, где-то шуршит. Воу-воу-воу-воу. Какой-то белый. Что он делает? Ага. Нам блок помог. А если я вот так сделал? Ой, подай, куда побежал? Волчара? Блин, куда же я стреляю-то? Смотри, что творит. Готов, парень.
Ну что же, победа. Посмотрите результаты своих боев. А какие тут результаты? Ну, убили мы с вами там пару волков. Ну-ка. Потерь нету, а со стороны волков 6 серых и 1 белый. Так, сэр Гавин довольный. Ну, а мы с тобой продолжаем. Постройте... Ага, лесопилку. Ну-ка. У нас хватает, ребята. И еды хватает как раз, да, и голды. Отличная постройка, сэр Гавин. Прошу, послушай меня. Да, к вашим услугам. Так, теперь бы нам, говорит, добыть бы немножко камушка, мальчик мой. То есть, нам нужно добыть камень. Опа-на, а это кто такой? Голем, что ли? Да ладно, серьезно, что ли? Уже здесь голем стоит? Ну давай, мы что, из него будем камень, что ли, добывать? Из голема. Хотя, по идее, если мы его уничтожим... Кто ты такой? Эй, я сэр Гавин. Так. Мне нужно что-то помочь с какими-то горами для нашего королевства и для короля Эдгара. Короче, мы просим у него помощи. Нет, говорит голем. Ладно, ничего не поделаешь, я подойду в следующий раз. И тогда я надеюсь, ты мне поможешь. Так, что мне нужно? Сюда? Так, уйти и нанять. Командир Терри. Командир Терри к вашим услугам. Отлично. Так, я смотрю, ты маленький, но смышленый командир. Yes, sir. Да, сэр. Чем я могу помочь вам в битве? Типа, опять же, в себе опять начинает сомневаться. Окей, может быть, мы сможем победить того монстра? Не переживай, сможем. Вы сказали голем? Да, я сказал, пойдем сейчас с тобой на голема. И даже не думай сопротивляться. Так, подожди-ка, мы должны отправиться на голема теперь? То есть для того, чтобы с ним драться, нам нужно было взять солдат, да? Судя по всему, так и есть. Ну что, пропускаем с тобой ход и давай посмотрим. Мне кажется, что голем этот не такой уж простенький чувак. Так, он опять за свое. Голем опять кипишует. Мы его уже умоляем практически. Он все равно в отказ. Так, опять мы придем в следующий раз. А почему? Что нам нужно сделать? Так, нанять... А, я не нанял, судя по всему, армию-то. Господи, я просто поговорил с командиром Терри. Вот он, господи, вот он, командир Терри. Мечник. Да, ну тут немножко все, ребят, по-другому сделано, посмотрите-ка. Короче, мы с вами наняли, да? Что еще тут надо сделать? Так, а больше я ничего не могу сделать. Сюда поставить тоже не могу. Ну? Эксит или что? Что надо сделать? Погоди, погоди, убрать мне не надо убирать. Все. Или что? Что надо еще сделать, а, друзья мои? Что-то ему не нравится. Ну, давай я его вот сюда поставлю. Какая разница? А, тут построение меняешь, да? То есть можно здесь поставить, здесь. Или также туда, вдаль. Ну, лучше он, конечно, пускай будет находиться у нас вот здесь. Так, тренировать по максималке. А в плане тренировать. Е. Нажимаем на Е. Так, а здесь у нас берется копье, а здесь мы с тобой можем взять молнию. Вот оно как. То есть здесь же ты экипируешь и, как говорится, и армию, и сразу же себе и копья ставишь, и заклинания. То есть теперь уже я должен действительно наказать этого голема. Да, точно. Послушай меня, ты не захотел по-хорошему, будем по-плохому. По-плохому? Неплохая идея. Стоп. Лучше бы ты остановился, парень. Иначе тебе не сдобровать. Ты меня понял, голем?
Да-да, ты понял его? Это говорит с тобой Терри. Командир и его солдаты — это ничтожество для меня. Ну все, парень, ты напросился. Слушай, а может быть мы отступим? Битва началась! Ёпрсты, будем с големом драться. Надеюсь, нас не порвут. Ух ты! Так, где голем? Так, Ку, что тут Ку? Ага, мы можем с тобой... Вау! Оу, прикольно! Да ладно, его не берут, дротики! Да ну, хорош! Так... Ну давай-давай-давай-давай-давай-давай! Мечники там идут, армии! Ну мы его разбираем потихоньку, смотри сам. Так, на Е, что мы тут на Е можем сделать? Молнию, да? На тебе! Голодранец получил молнией. Начинаем бомбить. Так. Ух ты! А в этом режиме я чё? Я уже думал, что я за сэра Гавина могу играть. Так, ну что, мы выиграли этого голема довольно легко, оказывается. Я думал, будем тут с ним полчаса воевать, но нет. Ладно, смотрим дальше. Что? Мы победили голема. Он нам не давал сделать каменные рудники. Командир Терри. Прикольно. Так, мы получаем с тобой 100 монет и 20 дерева. Конечно же, я беру это все себе. Что у нас дальше за задание? Постройте что? Ага. Добычу камня. А где у нас добыча камня? Так, погоди-ка, я не хотел это нажимать. Вот, о! Вот туда мы с тобой и пойдем. Так, пропустим ход. Угу, дерево, еда, все как полагается. Ну, пойдем с тобой сделаем. Слушай, я точно смогу здесь что-то сделать? Погоди-ка секунду. Нет, я могу только здесь сделать ферму или башню замка. Дозорная башня, судя по всему, да? Так, а вот... А, вот тут еще есть камни. Погоди-ка. Воу, вот где нам нужно было построить, господи. Так, возвращаемся, друзья мои. Оказывается, на месте голема, где мы его уничтожили, можно поставить как раз добычу камня. А ну-ка проверим. Точно так и есть, но... А, вот. Ставим. Ух ты! Что это, сэр Гавин? Землетрясение. Как удачно, что-то там у них открылся какой-то проход. Ух ты, ё-моё. Так, что это у нас такое? Три дротика, три копья, да, можем метать. А вот это, надо глянуть. Так, Fire Rocky Archer. Ух ты, мы с тобой наняли лучника, как ни странно. И можем, кстати, с тобой улучшить вот это здание. Это или что мы улучшили? Не пойму пока. Так, друзья мои, тут у нас тренировочный. Оу, смотри, как-то у нас там лучники стоят. И... А куда нам нужно вообще с тобой? Чего покинуть? Ничего покидать не надо. Мы можем еще с тобой одну ферму поставить, как ни странно. А могу ли я вот эту ферму улучшить? Не хватает всего лишь 20 леса. Лес у нас добывается здесь. Пойдем-ка сходим вот к этим лучникам. Видишь, тут стоит. Довольный. Может быть, он присоединится к нам? Так, помочь. А чем я им помогу? Так, Рояль Рейнджер. Спасибо, дорогой друг, что помог нам. Так, а это у нас кто? Это... Или они бандиты, или они просят защитить их от бандитов. А ну-ка еще разок. Нет, друзья мои, что-то он просит. А, он просит убить драконов, хотел сказать. Уже убить этих бандитов.
То есть, если мы убьем этих бандитов, лучники с удовольствием к нам присоединятся. Так, так, ну что же, давай, наверное... Нет, мы с тобой вызовем... Там кричит что-то. Воу-воу, целая армия их бежит. А вот и враги. Враги такие же, ребята, мечники. Слушай, знаешь, что мы с тобой не взяли? Мы же получили с тобой стрелы, 3 штуки, а я до сих пор бью одной, и это плохо. Нифига тут копья. Смотри. Можно еще ближе, нет? Я тебе сейчас поору. Так, сэра надо вызвать. Пускай он идет и помогает. И лучников. Вот так вот. Сэр Гавин где-то там. Ё-моё, смотри, что происходит здесь. Давай, 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 давай. Я тут своих-то, надеюсь, не колбашу, нет? Вот и сэр Гавин. Все, что ли, разобрались? А, нет, вторая волна. Ой, своего убил нечаянно. Так, у нас, смотрю, внизу энергия, вон, видишь, на метание дротиков как раз идет. Копия этих. Опачки, паладины. Ты серьезно? Погоди секунду, а если я сделаю вот так? Фух, отлетел. Так, тут у нас что-то непонятно. Баллиста, что с баллистой связано? А здесь у нас... Ага. Вызываем подмогу. Давай, 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 бомби. Да ладно, лучники не смогли уничтожить, что ли? Вы серьезно? Давай уничтожать. Минус. Все, друзья мои, довольно легко и быстро. Слушай, ну надо как-то нам с тобой поменять. 3 копья взять, согласись. Мы что-то с одним копьем здесь далеко не уйдем. Тем более, когда уже большая армия идет врагов. О, у нас всего 5 мечников потеряно. А у него, смотри-ка, 3 паладина, все дела. Так. Тут еще, ребята, можно будет прокачивать, потому что он 1 уровня, да? То есть их всех можно будет прокачивать со временем. Так, ну мы с тобой что? Выполнили задание. Так, давай, наверное, примем. И теперь надо поговорить вот с этими лучниками, которые тут у нас бедные грустят. Надеюсь, я правильно понял. Они должны, по идее, присоединиться. Принять, оставить. Так, что? Что-то я не могу понять. Вот здесь вот что это означает. И просто их продать за золото, что ли? Нет, я приму. Да, к нам присоединяется Биноид. Тут еще монетки есть, кстати, надо их взять. Конечно же, возьмем с тобой денежки. Так, сэр, давай. Что же дальше нам сделать нужно? Сюда я... О! Что это за повозка? Принять, конечно же. Смотри-ка, еще бандиты. Или это не бандиты? Там кабаны. Старые знакомые, друзья мои, кабаны. А ну-ка. Ага, атаковать. Тут какая-то деревушка была, ты заметил? Они осаждали, видимо, ее. Ну, я на них напал. Не знаю, правильно ли я сделал или нет. Я думаю, что все правильно. Блин, опять я забыл поменять копья. Так, ух ты. Смотри-ка, у нас и вот есть, да? И вот есть лучники. А в чем разница? А, так у нас еще армия заканчивается, ты понимаешь? То есть... У нас ограниченный запас войск. В первой части было безгранично, а здесь все, ребята, если у тебя... То есть приходится постоянно заниматься наймом. Эй-э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 й! Давай, сэр Гавин, не подпускай никого сюда, пожалуйста. Так, а у меня что? Нет, у меня все нормально. Я думал, у меня уже закончились копья. Так, лучник. Пошел отсюда. Минус. Ну. Кряхтит мне там. Да куда ж ты? Мой стоит весь проткнутый в копьях. Господи. Мне на тебя без слез не взглянуть. Ну где враг-то? Все? Нет, не все. Так, дай-ка я вот этих вот уничтожу.
Так, лучник, хорош выпендриваться. Так, тут-то хорошо он по шеям получает. Да давай ты, господи. Надо нам как-то меткость с тобой повысить. Потому что, ну смотри, я стреляю, она... Ох ты, а это кто такой? Это кто такой? Смотри. А, это усиленный. Это же у нас усиленный мечник был. Все, ребят, выиграли мы с вами. Нифига себе. Так, это, видимо, был глава. А может быть, мы сейчас, кстати, сможем с тобой нанять. Сейчас проверим, что тут нам выдадут. В общем, результаты битвы. Видишь, два отряда лучников у нас с тобой. В каждом по 20. И здесь, как ты видишь, то есть армия у нас здесь уже кончается. Так, принять. Ух ты, здесь мы можем, наверное, с тобой еще поставить одну шахту, судя по всему. Блин, ну это мне придется обойти. Или я могу сюда пойти? Поставить лесопилку. Конечно, поставить. Так, сюда мы с тобой, наверное, сейчас зайдем. Вот в эту деревушку. Я хочу просто посмотреть, что здесь будет. Так, принять. Еду с тобой подобрали. Ох ты, смотри-ка. Так, о, вот это какие-то новые лучники. Уже продвинутые. Так, здесь, смотри, скелеты. А здесь кабаны. И кабаны опять же стоят. Так, атакуем. Кабаны стоят в какой-то деревне. Я хочу ее освободить. Друзья мои, хочу освободить. Ух ты, пейзажи такие прикольные. Классно все выглядит. Мне нравится. Так, секунду, сейчас мы с тобой что-нибудь придумаем. Выпустим вот этих лучников и сэра Гавина. На тебе. Я все забываю переставить, ребят, на копья. Ну, графически, на самом деле, игра стала как-то лучше выглядеть. Там-то у нас первая часть была больше как бы такая мультяшка рисованная. А тут уже как бы, ну, здесь вот такая. Да, сэр Гавин, ну, бомби, мне их не дубасить, я буду вас больше бомбить. А? Ай-яй-яй-яй-яй. Блин. Смотри, они тут веселятся, там катаются. Ух ты, нифига, сэр Гавин, ты видел? Как он сейчас прикольно бомбанул этого кабана. Давай, давай, давай. Надо просто стрелять на опережение. Помнишь, да? Мы с тобой всегда стреляли на опережение. Потому что пока стрела летит. Так. Я надеюсь, они справятся. Лучники сзади. Видишь, они здесь без шляп. А там уже будут со шляпами. Но. Что-то я не помогаю даже своим. Блин, видишь, что делаю? Когда стреляю, я в свои же могу попасть. Ух ты, прикольно, он встал в стойку, и лучники расстреляли. Все или не все? Нет, не все. Да куда же вы пошли-то? Сэр, помоги нашим лучникам, пожалуйста, помоги им. Есть, одного я шлепнул. А там, кстати, на вертеле как раз один из кабанчиков жарится. Опа, опа, помнишь этих кабанов? Помнишь этих элитных кабанов, блин? Давай, 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 куда, 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 куда? Не-не-не-не. Подожди, 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 подожди. Фига, он шустрый. Бьет. Готов. Фух. Ему, как говорится, было пофиг на все. Он просто пробежал и в наглую начал бомбить наши территории, нашу границу. Ну что же, мы освободили с тобой деревушку. И, по идее, должны получить какую-то награду за это дело. Верно? Да, что-то... 18 еды. Я так понимаю, здесь мы с тобой ничего строить не можем. Так, сейчас я хочу кое-что глянуть. Во-первых, здесь нам нужно с тобой... Вот, вот это я поставлю. И поставим с тобой 3 стрелы. А здесь что-нибудь новенькое есть? Какая-нибудь заклинашка, нету? Нету. Вот такая вот армия, ребята. То есть, в данный момент у меня всего лишь 3 ячейки, да? Где у меня стоят 2 лучника и 1... мечник. Книга какая-то. А, ну это книга заклинаний. Да, здесь нам больше с тобой делать нечего. Да, немножко надо привыкнуть, как бы, с небольшими такими изменениями, в отличие от первой части. Но я думаю, мы разберемся. Так, а здесь у нас... Hello, friend. А здесь у нас с тобой рудник. И я хочу сюда, друзья мои, пойти. This way. Come forth, my allies. Так, смотри-ка, мы с тобой получили железо. Конечно, забираем.
Слушай, стой, смотри, тут скелеты, а вон там зомби. Нифига себе зомби, там бараны. Зомби, офигеть. Так, может быть нам сходить с тобой вот к этим лучникам? Вроде лучники-то неплохие, как бы, типа элитные. Волчар тут стоит. Ну, потрещим с ним. Поговорить. Так. О, сэр Гавин, какой кошмар. Что произошло? Эй, что такое? Парень, ты сегодня себя плохо чувствуешь? Или что с тобой все происходит? Да нет, со мной все хорошо, но вы посмотрите, сэр. Так, что там? Кошмары какие-то, нужно бежать. Бежать? Ты должен защищать королевство. Так, послушай меня. Выполняй мои команды, приказы, и все будет хорошо. У вас есть идеи? Так, мы его приняли. Мой меч, сэр Гравин. Возьми его. Или его похитили, я не понял. Так. Этому не бывать никогда. Ладно, ребят, буду 3 часа тут читать. Ох ты, 5000 голды мне влепили только что. Так, ну что мы с тобой можем сделать? Я могу здесь построить еще ведь одну лесопилку, да? Или не могу? Не могу. Так, смотри, какие-то грифоны. Мечники. Так, а если я, например, вот сюда выдвинусь? Ха-ха. Это враги? Это враги, ребята. Можно их атаковать. Я с удовольствием их буду атаковать, конечно же. Потом пойдем, наверное, с тобой сходим к паладинам. Потрещим, так сказать, по душам с ними. Так, ну что, у нас здесь с тобой мечники, да? И против них у нас пойдут тоже мечники. И сэр Гавин. Так, ну теперь-то я буду, наверное, стрелять. Во! Это совсем другое дело. Энергия, конечно, очень быстро заканчивается. Но урон просто колоссальный. Смотри. Так, тихо-тихо-тихо, родной мой, успокойся. Да что ты будешь... Больше копьев пролетает мимо. Так, мечник идет такой губастенький. А он в стойку встал. Гэви гейм. Погнали. Шикарно. Сэр Гавин, давай, прикрывай, прикрывай. Вторая волна. Вторая волна, и я могу здесь взять молнию. Бомбану, если что, да? Куда вы ушли-то, родные? Чувак там кулебит сделал. Так, все. А вот это вот что такое? Я не пойму. Вот это вот что такое? А, ну-ка, подожди-ка. Вау, я могу в любой момент переключиться за любого юнита. Ты понял, что это такое? Ядрить на корень. Так вам, ребят, не повезет сейчас. Опа. Элитный мечник. Смотри, что делать, а? Прикрывается еще. Да ладно. А как он так делал? Ты подожди, куда пошел-то? Эй. Ну-ка, дай-ка я его расстреляю. Из-под тишка со спины. Не-не-не-не-не, там кто-то по мне бомбит еще. Слушай, он шустрый. Погоди секунду, мне нужно, наверное, вызвать подкрепление. Погоди, какое подкрепление? Я не могу выйти из этого режима. Зачем ты это сейчас сделал? Откуда? Он уже довольный флаг мой потащил. Ты прикинь. Так, давай-ка мы вернем наш флаг. А, нельзя прыгать. Фига, он уже пришел, забрал мой флаг. Все, мы поставили его на место. Погоди, а как мне выйти из этого режима? Объясни-ка мне на милость. На какую кнопку? Все, да, вышел. Отлично, друзья мои, понял я. На среднюю кнопку мыши нажимаешь, и ты выходишь из этого режима. Понятно. Так, ну что, справились? Справились мы с вами. Слушай, ну да, тут есть, даже я бы сказал, большие отличия от первой части. Немножко надо привыкнуть, конечно же. Так, потеряли с вами 5 мечников. Так, execute, ага, нанять. Наймем, конечно. У нас с вами армию нужно пополнять постоянно, иначе можем встрять.
Слушай, а что такое донат? Кому-то куда-то отдам я, что ли? Или как это можно объяснить? Донат. Так, ну здесь нам пока с тобой делать нечего. Вот она у меня как баллиста выглядит эта. Видишь, новая? Которую я себе установил. А как мы тут будем, интересно, големов, потом грифонов, помните? Может быть, здесь, конечно, еще новые какие-нибудь монстры за нас будут воевать. Может быть. Так, а что это у вас за такое, а? Я в эту деревушку... Погоди, куда побежал? А как мне к ним подойти? Секундочку, что-то тут... Не могу немножко разбавить. А как... А, все, поговорить. Так. Угу. Так, это паладины. Какого-то боятся они монстра. Какого, не пойму. Так, сам король пришел уговаривать паладинов вступить в наши ряды. Оу. И у него получилось. То есть паладин к нам присоединился. Так, ну, смотри, вот здесь вот и вот здесь вот. Слушай, ну скелетов мы еще с вами не видели. В первой части здесь тоже не видели. Давайте посмотрим, что это вообще такое. Что это за скелеты? Так, атаковать, конечно же. О, там, кстати, заметил, кто у нас? Вик стоит, Вик это у нас этот, монах. Ох ты, фига локация. Прикольно смотрится, все в огне, зашибись. Так, пехотинцы готовы, да? Говорит он там. Блин, ну у меня очень мало этих остается. Давай, наверное, лучников. Почему-то лучники восстанавливаются, а вот мечники нет. Чего? Кто это такой? Фига, тут какой-то мощный в броне. Вон, смотри, какие там обычные скелеты. Давай. Так, энергия кончилась, ребята. Энергия, копим. Тут, чтобы стрелять, нужна энергия. Но... Ядрить на корень, как мы их тут расколбашиваем с вами на изи. Такой идет, главное, не с мечом, а с этой. Это даже не булава, а как она называется, я уже забыл. Ядро, цепь и рукоятка. Типа палаша, да, что-то того. Так, а что, почему у меня копья не летят? О, у меня закончились, ты прикинь, у меня закончились копья. А как поменять? Ты серьезно? Ты сейчас серьезно? Я не могу... Бомбить? Да ну, ну это же бред, друзья мои. То есть копья закончились и все? Я беспомощный? Заклинание у меня тоже закончилось. Могу, конечно, переключиться между армиями. Могу также позвать помощь. Но стрелять я уже не могу. Так, лишь бы сыра не завалили мне. Так, лучники, молодцы, прикрывают. Так, ну сыр, конечно, отгребает по полной программе. Может быть, нам на него переключиться, а? Давай-ка мы с тобой, наверное, так и сделаем. Погнали. Кого я взял? Какой лучник? Зачем я взял лучника? Господи. Ну вот это вот прикольно, что можно брать любого юнита под свой контроль. Все, выиграли. Слушай-ка, я не думал, что я так лопухнусь со стрелами. Ну, не со стрелами, а именно с копьями, которые бросает баллиста. Если бы я знал, что они кончаются, я бы немножко по-другому. Так, ну что? Ух ты! Валун шипасты получили. Ага, и боевых овец. Плюс еще мы с тобой получили... Камни. Так, сэр Вик здесь у нас. Секундочку, как же нам... Вот, заходим в свою армию. И сейчас я немножко здесь хочу подкорректировать. Так, ячейка. Ячейка есть, я могу... Вот как надо было делать. Господи, а. Слушай, подожди-ка, я могу... Блоки? Постой. Ты хочешь сказать, что я буду бросаться блоками? Камнями вот этими? Ну и чего-то не хватает. Вот, например, для этих не хватает. А, тройной камень. То есть это валун, который потом разделяется на три.
Понял, а чтобы копья сделать, ты видишь, нам нужен лес и нам нужен металл. Так, здесь у нас все по-тихому, ничего пока нету, я другого заклинания взять не могу. Так, ну что же, выходим с тобой. Подожди-ка, я взял обычные копья, да? Или не взял? Ладно, это пока не имеет значения. Давай поговорим с... Виком. Сэр Гравин! Слава богу! Подожди, а, ну да, Вик. Фриар Вик. Здравствуй, дорогой мой друг. Смерть по кругу, смерть, ад на земле. По замку ходят привидения. Так, по какому замку, ё-моё? Он говорит, что начали ходить призраки. Ну да, возле замка. Короче, что-то здесь творится нечистое. Так, они тут пообщались между собой. В общем, друзья мои. Ух ты! Получили новую баллисту. Вот это шикарно. Естественно, ребят, сразу же заходим в режим редактора и будем с вами менять ее. Так, где она? Так, смотри, дамаг. Слушай, ну тут покруче будет. О, да она даже синяя. Если эти обычные белые, да, это зеленая, а вот это синяя. А копишка-то я не взял, поэтому копье надо. Ух ты, у нас здесь еще есть. Но чтобы это применять, нам нужны с тобой масло, пробирка и порох. То есть все это еще где-то нужно добывать. Ты представляешь? Здесь нужно крафтить снаряды. Не просто так тебе пришел и начал битву. О, вот оно что. Вот для чего здесь, ребята. То есть это уже такая, знаешь, ну действительно как стратегия. Если первая часть была больше на Tower Defense, да, похоже, то здесь действительно как стратегия. Я могу, например, улучшить. Так, мне нужно 20 железа. Слушай, а лимит по... А как, например, мне улучшить замок? Объясни-ка. Ух ты. Хе-хе. Так. А могу разместить своих бойцов, что ли, здесь? Так. Как он выглядит смешно. Или это что такое? Ну это же замок, ребята. Помните, да, у нас... Он был и в первой части такое. Ну, кого я могу, например? Ну, сюда поставим вот этих, наверное, да? Все, паладин, мечник и лучник. То есть это кто будет у меня со мной в отряде? А здесь что? Что это такое? Грэб. Кого-то сбросить можно, что ли? Подожди, ну у меня лимит по бойцам всего лишь 4 на 4. А как улучшить-то его? Объясните мне, пожалуйста. Тут есть тренировочная. Тут есть еще казарма. Вот, вот это могу, например, улучшить. Еще могу сделать улучшение. О, смотри-ка, появилась маленькая мельница. А здесь вот это. Для этого нужно, да, 20 железа. То есть это эликсиры мы будем с тобой делать, да? А тут болты. Но для того, чтобы сделать болты, нам нужны, естественно, эликсиры. Как же мне не хватает здесь русской локализации, а? Было бы вообще великолепно. Так, оу, нам нужно сюда идти? Серьезно? Так, а что тут грифон охраняет, а? По-моему, железные рудники. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Обходить вокруг. А, естественно, тут волки стоят. То есть, хочешь не хочешь, нам придется с ними драться. Ну, давай. Так, можно атаковать. Может атаковать только лишь герой. То есть мы можем атаковать всей армией, а могу атаковать я один. То есть я сейчас в данный момент выбрал себе одного. Ну что, давай посмотрим. Хорошо, что не первого уровня. А так бы, я думаю... Тихо! Молчар, куда пошел? Так, где у меня заклинание? О, буду узнать свое место, паршивцы. Мне бы уровень прокачать бы как-то себе. Как он вообще тут прокачивается, интересно мне знать. Ну, где ты там? Следующая волна на подходе. Где она на подходе? Я ее не вижу.
Вот она. Блин. Слушай, ребят, по-моему, меня сейчас тут уничтожат. Сгоряча я, конечно, взял, да, одного себе. Третья волна еще, финальная будет. Вот так вот. Так, вот у нас синяя шкала, видимо, накапливается. Вот, это для магической атаки. Точно, так и есть. Упс. Ого. Не-не-не-не-не. Волчара. Хорош бомбить. Так, тихо-тихо-тихо. Давай-ка я расстреляю ее лучше. Из лука. О, она сейчас мне... уничтожит. Я не должен этого позволить. Нет, больше я не буду драться, извините меня, в одно лицо. Лучше я пойду с армией. Зачем я пошел? Один, в одиночку. Я не понимаю этого. Что на меня вдруг снизошло? И я почувствовал себя Гераклом, что рванул туда один. И чудом уж уцелел. Как мне поднять левел? Вот объясни мне, пожалуйста, что для этого нужен? Level up progress. А, может быть, мне уровень дадут, когда я убью 45 противников? Видишь, тут написано 45. В данный момент у меня 37 уничтожено. Ух ты. Так, мы получили с тобой овец. Дай-ка я открою вот этот сундук. Я очень хочу его открыть, посмотреть, что же там лежит. Смотри, мы с тобой зарабатываем теперь овец, потому что я, видимо, ферму улучшил, да? Еду, а ферм... А овцы нам, скорее всего, нужны именно для... Опа! Манускрипт священный получил, прикинь? Погоди-ка, это случайно не туда ли, куда мы с тобой заклинание берем? Ух ты! Так, базовая книга, да? Базовая книга для начинающих магов. А в чем смысл-то тогда? Так, друзья, меня отвлекли маленько. Так, на чем мы остановились с вами? Я уже и забыл. Так, ну, овец этих мы с собой не сможем применить, потому что нам не хватает пороха, как ты видишь, и эликсира. А здесь нам не хватает веревки, оказывается. Погоди-ка, а нафига я тогда их набрал с собой? Если у меня этого ничего нету. Зашибись. То есть здесь не все так просто. Здесь нужно строить фермы, добывать железо и все прочее. Так. Что же вот это такое, а? Объясни-ка мне. Сэр, давай-ка мы сюда атаковать. Грифонов этих будем атаковать, что ли? Ух ты. С такими мы еще не дрались ни разу. Давай попробуем. Так, что у нас тут такое? Опа, точно грифоны, смотри-ка. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так, надо нам что-то с тобой вызвать. Блин, а мечники у нас заканчиваются, как ты видишь. Так, давай-ка, сэр Гавин, выходи. Я так понимаю, если сэр Гавин погибает, то мы проигрываем. Ну, слава богу, эти грифоны изи. Вау, как он классно это делает туда. Почему-то я не мог такого сделать. Ух ты, они еще и летают. Эй. Так, дай-ка мы отдалим камеру. Куда ты полетел? Блин, это... это уже не смешно. Ну-ка. Там смеются, хохочут. Ну давай, давай. Нет, этого летуна, летуна, на опережение. Готов, парень, долетался, птичка певчая. Лучники, вы помогайте сэру Гавину. Так чего там? Блин, сам в него стреляю. Так, давай. Нормуль. Да неужели? Довольно легкая была битва. Смотри-ка, друзья мои, грифон изображен здесь. Значит, они будут. Они должны быть. Так, ну мы отбили, я так понимаю, какие-то сокровища. 29 камней, 67 голды. И я так понимаю, здесь я ничего не могу построить, да? А вот это вот захвачено у нас или нет? Что-то я не помню. По-моему, нет. Так, пропускаем с тобой ход.
Дай-ка я... Куда ты... А, вот так вот вокруг тебе нужно обойти. Да слушай, подожди, по-моему, мы были здесь. Жалко, нету какого-нибудь, знаешь, флага, чтобы я мог определить, наша эта территория или нет. А это что такое? Так, мы можем с тобой... Подожди. Что это? Давай вот это возьмем. 7Х, я не знаю, чего там. А, 7 копий сделали. То есть я могу это покупать. Ух ты. То есть это, друзья мои... Ну, ты понял. Это типа магазина, где мы с тобой можем приобретать. Так, а если я поставлю, например, сюда дозорную вышку? Хе-хе-хе. Так, что же нам еще с тобой здесь нужно сделать? Она построилась или нет? Я что-то не пойму. Или она так и будет выглядеть? Такая маленькая, никудышная вышечка. Так, я могу сюда зайти. Интересно, выставить армию могу вот в этой вот башне или нет? Слушай, а в конце концов, паладины у нас есть. Почему я не могу, к примеру, взять паладинов? Где они? Как их вообще менять? Здесь, по-моему, да, это все делается? Так, подожди, надо разобраться. А, вот у нас лимит. То есть, вот, чтобы они были полностью, нам нужно с тобой давать им еду. Лучники требуют еду и древесину. Вау, я пополнил себе армию. Вот оно что, ребята, разобрался. Но теперь бы мне хотелось узнать, как мне поменять здесь войска. Ведь паладины же у нас есть. Мы же их заслужили, заработали. Но только как это сделать? Ну, например... Паладинов у нас с тобой почему-то нету. Так, да подожди ты, господи, я хотел... Да не так мне надо. Нету, ребята. Пока нету. Странно, но они, видимо, пока еще не готовы. Мы до них еще не дошли. Но, тем не менее, я понял, что мы можем с тобой пополнять запас армии, да? Выделяя там деньги и провизию определенную. Так, я вижу тут волк, нам нужно двигаться вон туда. Ну что, сэр, пойдем-ка мы с тобой прогуляемся. Тут какие-то зомби. Так, еще. Смотрите-ка, ребята, у нас здесь какой-то пост. Так, мы с тобой купили еще лучников. 120 голды, да, стоит? А у нас, ой, у нас денег там, ё-моё. Куры не клюют. Ну что, посмотрим, что это за зомби. Атаковать. Что-то они там охраняли или держали при себе. Ну-ка, давай-ка мы их... Так, проверим, все ли я правильно понял. Да, друзья мои, армия у меня полностью восстановлена. Единственное, что она ограничена. Так, сэр Гавина давай тоже вызовем. Ух ты, ну-ка приблизим, посмотрим. Твою ж налево, что это я там валунами раскидался? Что-то валуны их плохо. Нет, неплохо. Нифига там раскромсон делаем. Баба. Слушай, отлично бомбим. Этих вурдалаков. Смотри, там на заднем фоне какая-то фигня ездит. Какая-то адская машина, бульдозер какой-то. Что там грядет? Что, все? Нет, там еще один. Да-да-да, так, погоди-ка, кто тут-то у нас буянит? Куда, откуда ты? Ты думаешь, что ты сможешь убежать, что ли, от меня? Нет, 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 я тебе не позволю уйти. Какой-то усиленный зомбарь, кстати. Есть. По-моему, все. Или не все. Погоди-ка, а что это он ожил-то? Они оживают? Ты серьезно? Ты оживаешь? Так, где мои лучники? Давай, друзья мои, бомбим. Ну? На тебе, разлетелся в пух и прах, куда-то улетел там на задний фон. Вторая волна?
Я думал, что больше никого не будет. Кто-то там идет. Ох, ядрить тебе, накольник. Кто такой? В пачу получил. На. Нифига себе, какой палач. Ой, да он ватный. Ой. Я-то думал, что это типа боссика какого-то. Нет. Это обычный... Блин, у меня закончились валуны, друзья мои. Валуны закончились. Давай-ка... Есть у меня этот шар? Воу, классно мы ему в пузо зазвездятели. Все, ребятушки, хух, мы отбились. Точнее, мы захватили, скорее всего, да, эту территорию. Сейчас посмотрим, что здесь будет. Потери, 5 мечников. Слушай, ну это не так много, я считаю. Так, спасибо. И что я тут могу? Я ничего здесь не могу. Здесь кабаны еще. Слушай, как это территория... Слушай, смотри, мы можем сюда пойти. Блин, почему мне не дают паладинов, а? Я хочу себе паладинов. Я бы их с удовольствием бы сразу бы поменял бы. Так, сэр Гавин получил 2-й уровень. Вот оно что, друзья мои. Мы с вами... левелапнулись. Дай-ка я посмотрю, что мы с вами можем сделать. Так. Ага, прокачать. Левел 2. И все, это вот так вот у нас левел повышается. Ладно. Тем не менее, мы будем с тобой, наверное, сильнее, да, живучие, и энергии будет у нас побольше. Ну-ка, я смогу сюда вот пройти? Могу. Ага, мне надо пройти через вот этих, да, чтобы атаковать тут. С барашки зомбированные. Атаковать или уйти? Давай вот этих, наверное, будем с тобой атаковать. Там еще, кстати, заметил, вдалеке лежит сундучок какой-то. Надо будет тоже его проверить. Так, ну что, выпускаем сразу же армию. Сделаем с тобой, наверное, 3 мечника, 1 лучник и сэр Гарри. Ага, ага. Упыри и вурдалаки побежали. Да ну, блин, попасть не могу даже, представляешь? Слушай, дай-ка я проверю шар. Вот этот вот. Ну-ка. Ёпперс, ты посмотри, сколько он наносит урона. Жесть. Интересно, а мы тут будем с тобой захватывать замки? Помните, как в первой части? Не захватывать, а уничтожать. На тебе там. Давай-давай-давай-давай. Бомбим, бомбим этого зомби. Отлично. Так, отходите. Ага, они же еще, я забываю, да, они оживают. Ну? Куда ты? Блин, промахнулся. Ждем, ждем, ждем следующую волну. Смотри, видишь, ожил. Валялся, валялся и вдруг встал. И тут видно, да, что сэр Гаррит у нас с вами 2-го уровня. Даже здесь отмечено. Что? Подожди, а почему мы теряем здоровье? А? Мы отравлены? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В пузо-то прям, прикинь. На тебе. Баба, готов. Все, ядра у меня кончились. Есть овцы. А толку? А толку от этой овцы? Не вижу, блин, никакого толку. На тебе, влобешник. Еще разок. Бабах. Давай, 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 давай. Помощь нужна, судя по всему. Ну? А где у нас эти целители? Помните, мы могли в первой части с вами целителей брать. Блин, зачем я в своего-то попал, а? Кто, что? Блин, его убил яд. Слушай-ка, да, эта территория опасная. Они отравляют, судя по всему. Но все-таки мы смогли одолеть их. Ну, небольшие у нас с тобой потери, на самом деле. Небольшие. Так, давай-ка мы с тобой вот здесь вот потренируем, да? Полностью. Так, здесь тоже тренировочка. И здесь, а здесь полностью, потому что мы их не использовали, этот отряд.
Ну, а сэр Гарри-то, естественно. Вау. 15 ядер, 20 овец. Слушай, что ж такое донат? Так, сундук могу взять? Могу. Так, пропускаем ход. Отлично. Что у нас тут? Оу. Книга какая-то новая. Слушай, дай-ка я посмотрю, что за книга. Там у нее 75 к магической атаке, я так понимаю, да? То есть здесь 60, а здесь 75. Вау, конечно, возьму. И вот у нас есть такая штука. Что это означает, пока не знаю. Но мы применить не сможем, потому что у нас с тобой нету эликсира. То есть мы можем кого-то брать, такое впечатление, и куда-то выбрасывать. То ли на поле боя, то ли с поля боя. Так, ну что, нам нужно с тобой вот сюда, судя по всему, идти. Не рано ли я сюда ломанулся-то, а? Давай глянем. Так, наберите армию или атаковать. Хм. Сетап армия, то есть наберите армию, да? Слушай, скорее всего, это, ребят, как бы, наверное, будет финалочка для демки, если мы с тобой уничтожим. Но мне кажется, что вряд ли, потому что у нас нету ни паладинов с тобой, ни жрецов. Где это все получать, я пока не знаю. Но территория, если смотреть, друзья мои, ты посмотри. Как тебе? А? Не кисло, согласись. И другой вопрос. Если мы проигрываем здесь, мы начинаем с самого начала или как? Не знаю пока. Так, постройте замок. А в плане постройте замок? Он же у меня есть. То есть мы должны что ли его улучшить или что? А вот у меня паладины. Погоди-ка, по-моему, я, наверное, что-то не так сделал. Есть у нас паладины здесь. Хм. Вот здесь я немножечко не понял. Паладины у меня есть, они почему-то у меня находятся в замке, в главном. То есть вы хотите сказать, что я должен сюда прийти и их отсюда забрать? Все-таки я, наверное, начну. Фу, с атаки. С атаки, ребята, поехали. Я хочу просто глянуть хотя бы одним глазком, что здесь вообще происходит. Без паладинов обычные мечники первого уровня плюс лучники. Ёпросты. Уничтожьте замок. Вау, 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 вау. Наконец-то, друзья мои. Тихо. Подожди, он мне бьет, куда? Он мне бьет. Он мне бьет прям в эту, а я могу уничтожить? Откуда он стреляет? Вон его катапульта. Так, секунду, блин, так дело не пойдет. Музон еще такой прикольный. Предположим, я сделаю так и... возьму ядра. Поехали. Оу, стены. Стены рушатся, друзья мои. Что там происходит? Фига тут замес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как я, наверное, погорячился-то. Как я погорячился все это сделать. А сэр Гарри-то где у меня? Да его сейчас завалят. Его уже уничтожили. Сейчас еще и баллисту мне уничтожат. Я, по-моему, сгоряча пошел сюда, ребята. У меня даже заклинания нету, прикинь. Я не могу применить ничего. Сэр Гарри, давай, выходи. Так. Блин, у меня и копий нету. Ничего, вообще, абсолютно ничего нету. Что вот это такое? Ёпрсте. Сэр, 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 сэр. Ты выйдешь или нет? Фига, он там прыгает. Заклинания нету. Копья накопились, да? Копья. Дефит. Проиграл я, ребята. Ну, ты понимаешь, да? Что я просто хотел очень посмотреть, что здесь
происходит. И что мы начинаем с тобой? Всего лишь три горгульки я. Вся армия моя покоцанная. Я могу, наверное, их восстановить. Наверное, да? А вот сэр Гарри-то как мне интересно оживить? Кто мне скажет? Никак. Ну, мы с тобой рисанулись. Ну что, дорогие друзья, наверное, на сегодня мы будем закругляться. И, соответственно, ты понимаешь, да? Прежде чем нам атаковать вот эту вот башню, нам нужно здесь, ё-моё, много чего сделать. Очень много. Так, а кстати, где у меня сэр Гарри? Ой, Гевин. Что-то я его потерял, куда он у меня делся-то? А, вот он стоит. То есть мы с тобой начинаем немножко по откату, да? Видимо, когда я сделал вот эту башню, у нас был автосейв. Ой, да, прежде чем этих одолеть, здесь очень лютые. Нужно, ребята, прокачиваться, собирать армию, наем и так далее и тому подобное. Ну что же, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.